Всем привет! Предлагаю сегодня приготовить очень вкусную баклажанную икру и закрыть ее на зиму. Итак, приступаем. Берем 1 килограмм баклажан, вымачиваем его в соленой холодной воде минут 40, затем режем пополам и запекаем в духовке. Пока наши баклажаны запекаются, подготовим следующие ингредиенты. Берем болгарский перец 400 грамм и мелко режем кубиками. Репчатый лук 750 грамм режем полукольцами. Морковь 500 грамм натираем на терке и томаты нарезаем мелко 1 килограмм. Берем казан либо кастрюлю с толстым дном. Наливаем туда около половины стакана подсолнечного масла. Первым обжариться отправляем наш лук. Как он только стал прозрачным, добавляем туда морковь. Как стала мягкая морковь, добавляем туда томаты. Затем добавляем болгарский перец, 3 зубчика чеснока и баклажаны, с которых предварительно сняли шкурку. Добавляем по вкусу соль и любимую вашу зелень. Все измельчаем блендером и закрываем в баночке. Приятного вам аппетита!